понедельник в Самарской области пасмурно, местами пройдет дождь. Днем 21-23 с плюсом, ночью 16-18 выше 0. Юго-западный ветер 2-4, порывы до 8 метров в секунду. Сызрани облачно, днем плюс 23, ночью плюс 18. Южный ветер 3 метра в секунду. В Тольятти пасмурное небо, температура воздуха днем плюс 22, ночью плюс 18, юго-западный 3 метра в секунду. В Самаре переменная облачность, возможен дождь. Днем плюс 22, ночью плюс 18, юго-западный 2 метра в секунду, атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 49%. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом kismeteo.ru.